Европейский центральный банк уменьшит закупки облигаций по программе PPP, направленной на помощь экономике ЕС во время пандемии. Если в июле ЕЦБ закупил бондов на сумму около 80 миллиардов евро, то теперь регулятор будет тратить на это от 60 до 70 миллиардов ежемесячно. Совет управляющих оценил условия финансирования и прогноз инфляции и пришел к выводу, что финансирование может быть сохранено, если темп закупки активов по программе PPP будет ниже, чем в предыдущие два квартала. Программа экстренной скупки облигаций ЕЦБ должна продлиться до марта следующего года. Ее общий объем составит почти 2 триллиона евро. Регулятор также повысил прогноз роста экономики еврозоны в 2021 до 5%. Мы предполагаем, что к концу этого года ВВП превысит свой допандемийный уровень. Более 70% взрослых европейцев полностью вакцинированы, и экономика снова заработала. Это позволяет потребителям тратить больше, а компаниям увеличить производство. Предыдущий прогноз регулятора, опубликованный в июне, предполагал, что рост ВВП еврозоны в 2021 составит 4,6%. Предчувствуя конец пандемии, объем закупок облигаций собираются снизить также ФРС США и Банк Англии. Центробанки Канады, Новой Зеландии и Австралии уже это сделали.